Тетя Ирина, что бы вы ни грустили, я вам дарю надувную перчатку. Да, сын мочи и кала. Ну, сразу же видно по лицу его, да, что человек, который нуждается в постоянном наблюдении врачей-психиатров. Знаете, самое гадкое, что можно сделать, это найти какого-то человека, который, ну, слабее тебя, ниже тебя, возможно, по какому-то социальному статусу и так далее, достать камеру и начинать над ним шутить, прикалываться. И ладно, если бы эти шутки какие-то были, ну, между собой. Нет, это нужно, чтобы увидели миллионы, да? То есть, ну, типа второй Эдвард Билл. Очень жаль, что в нашем обществе вот такое вот становится популярным.